Получить инструкцию. Выполнено. Построить спутниковую тарелку. Выполнено. Построить машину. Выполнено. Проверить место крушения и найти рулевой винт. Радиовышка. Военная база. Выкупить ключ-карту у торговца. День 41, и мы продолжаем выживать. В этом видео мы построим максимальную оборону нашего дома. Соберем еще одну крутую машину и зачистим военную базу от кожеедов. В общем, погнали. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем выживать. Зомби Forest 3 Underground. Начнем мы, конечно, с обороны, потому что кожеедики начали реально врываться, блин, прорываться, и очень много времени я трачу на ремонт. Уже все отстроено, кроме турелей. Вот прямо сейчас сразу сделаем турели. Ну ты понял, чё? Капец. Один раз они прорвались, да? И что сделали? Сняли колеса, ёб, с машины. На турели у нас уйдет полюбасу весь день. Мыши в складе сожрали часть семян, бла-бла-бла. Так, 16 часов. Прям сразу давай не ремонтируемся, а делаем турели. 10 часов 30 минут. Хтыщ. Так, где они? Хо-хо! Капец, да? Это будет веселая ночь для кожеедиков. Теперь давай ремонтируем. Блин, ну хорошо сломали. Сейчас отремонтимся и все, да? Что мы можем за остатки времени сделать? Давай еще соберем вторую машину. А она нужна? Нет, она абсолютно нафиг не нужна. Но мы сделаем, чтобы было. Чикарно, блиночки. Так, что мы можем уже в нее прикрутить? У меня, правда, колеса одного не хватает. Давай движок поставим. И у нас остается час. Ну, почти выжрал все время, да, за этот день. Мне кажется, пойдет. Заканчиваем. Посмотрим на турели в деле. Так, капец, ёб. Да? Ха-ха! Вообще, блин. Вот это я понимаю дом выжившего. Давай чуть-чуть промотаем время. Ну и все, и пошла жара, да? У них перегрев типа есть, видишь, что? Блин, не сильно, конечно, наносят. Но при этом наносят, да? Не, ну хорошо. Хорошо. Вот, смотри, перегрев у тюрельки. Чик. И все, и она опять боеспособна, да? Ее надо еще улучшить, и она будет отнимать намного, да? Больше. Супер. Короче, можно спать спокойно. Абсолютно никакого ремонта нету. Ты понял, чё? Не хватает только 5 энергии, да? Посмотри сюда. Это, грубо говоря, еще один ветряк. Ну давай сделаем его. Теперь поехали, сгоняем сразу к торговцу. Но после того, как... Позакидываем сюда ресурсы. Остается только 3 колеса на пикап. Поехали. Пропускать поездку не будем. У нас есть такое достижение в игре. 500 км надо накатать. Да и к тому же, слушай, это даже прикольно. Чуть-чуть разбавить, значит, серые будни выживальщика, да? Это самое главное, что мы сделаем в этом видео. Мы посетим военную базу. 15 тысяч денег надо. Нам надо срочно пофармить бабла. Поэтому сейчас мы это сделаем. Показывать я тебе эти зачистки не буду, да? Все максимально просто и понятно. Ура! Свершилось, елы-палы! Не скажу, что это было сложно, но и не так быстро этот процесс происходит. 15 тысяч денег. Ключ-карта. Выкупить немедленно. Выкупить ключ-карту у торговца. Сделано. Проникнуть на военную базу, найти коды доступа. К чему коды доступа? К вертолету, как я понимаю, да? Проникновение должно быть максимально бесшумным, поэтому мы возьмем беретту. Ну и когда, значит, это уже поймут кожееды, что я пришел, тогда будем использовать дробовик. Еще возьмем с собой бинтики. Зачем, не знаю.
мы вообще все проходим очень легко и всех раскидываем направо и налево. Ну чё, поехали? Военная Вася база! А? Как тебе? Ё-моё-моё, реально военная база. Чё такое зверевший, блин? Давай беретку возьмем, наверное, да? Все-таки бесшумно сразу действуем и все такое. Это глупо, но нужно было... Чик! Привет, бомжи, ёб! Ёб, какой ты вообще... Берета вообще не восторг. Да? Берем вот этого красавчика. Сейчас дадим прострации им. Ну вообще с винтовкой, да? Самый самокат. О, ничего, одна берета. Пацаны! Хо-хо-хо, блин, они такие дерзкие, смотри, что. Они тут быстрые какие-то. Ёлки-палки, ну я быстрей. Так, давай перезарядимся. Что-то я патронов на дробаш, да, мало взял. Я на берету много взял. А на дробаш ни о чем. Привет, говноед, блин. Вот, блин. О-о-о, Люсиль. Самое мое любимое оружие это Люсиль. Она как бы не мажет вообще, да? Что-то мы тут лутаем, да? Короче, нам нужны какие-то коды доступа. Сейчас большой бадабум устрою. Лови, бомж! Ха-ха-ха-ха! Мы хотели бесшумно, но не получилось. Пришел, увидел, победил. Так, палатка. А вот и коды доступа, по идее, да? Опачки! Коды доступа, сюжетный предмет, нельзя продать, выбросить, бла-бла-бла. Все, готово. О! Большой мутина, блин. Они какие тут бешеные. Подозреваю, они вот такие в режиме одна жизнь, да? Дерзкие, блин. Мутанты. Не, ну реально, да? Хорошо, двигаются. Где это Вот она, абракадабра. Очень большой мутина. Ну, это будет недолго. Привет, бобер. Привет, бобер. Привет, бобер. Ну, где ты был? Ну, обними меня скорей. Ха-ха, классный парень. Сколько я на него патронов потратил? Да это ж... Не имеет значения. Мелкий тебе помог. Впитал чуть-чуть урона. Зачем вот это все лута? Я не знаю. Мы коды доступа уже нашли. Ну мало ли, может что-нибудь интересное найдем. Странно, что сюда не засунули никакое, типа, знаешь, там, супер-ёб оружие какое-нибудь. Ну хотя бы катану, да? Я видел катану. Это намного круче, чем моя Люсиль. Зачистить оказалось очень легко. Гораздо сложнее накопить 15 косарей, чтобы выкупить ключ-карту, да? Ну чё, всё? Валим отсюда. Задание выполнено. Починить вертолет, заправить вертолет, сбежать из этого проклятого леса, блинчики. Будет в следующем видео. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени. Лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках ВК, Плей, Трова и Ютуб. Ну и не забывай про наш Телеграм. Удачи тебе в выживании. Пока-пока.